Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр и Бусинка. Всем привет. Мы продолжаем гамуськать Вовку. И настал тот самый момент, когда мы создадим нашего нового персонажа. А точнее, мы создадим... охотника на демонов. Немного побегав на тестовом сервере, мне в принципе понравилось им бегать, даже еще больше, чем рыцарем смерти. Однако. Вот, сейчас Бусинка тоже создает там себе свою охотницу. Да. Сейчас я тоже буду создавать внешний вид, ему тут менять, крутить, вертеть. Ползунки в разные стороны. Так. Тут разная кожа. Кожу себе придумайте. Возьму себе такого вот зеленоватого. Морда лица. Так. Странно, это даже покраснел видный. Пусть будет такой злой, недовольный чем-то, как будто всем выпал лут, а ему нет. Притча. Притча, конечно, вообще самая опасная. Да, вот я тоже думаю, как ты... Что там с притчей? И мне интересно, какой ты сделал себе цвет волос. Волос. Просто мне... Не знаю. Да. Но мне интересно. Не знаю. Я пока смотрю. А это все, да? Наверное, сделаю первую по умолчанию. Такие длинные дреды. Шутка, это не дреды, это просто длинные волосы. Так, цвет волос. Зеленого нет? Хочу сделать зеленый. Я буду весь зеленый. Там есть самый первый зеленый. Да. Нужно больше зелени. У тебя какой оттенок зеленого? Самый зеленый. Кислотный зеленый. А еще сейчас у меня будет борода. Еще и татуировки по-любому зеленые, да? Конечно. Сейчас я тут выберу рисунок татуировок. Самое бы прикольное. Цвет. Красный тоже прикольно, кстати, смотрится. Зелененький. Светящийся зеленый. Есть не светящийся. Есть, кстати, два светящихся, они практически одинаковые, только один ярче другого. Я буду весь зеленью пахнуть. Цвести пахнуть. Я вот не знаю насчет рогов, с одной стороны, оставить. Нет, это же типа. Они типа демоны, если такое. Или без рогов побегать. Ладно, я без рогов побегаю. Какая разница, все равно я буду в шлеме. Цвет повязки. Кстати, что с цветом повязки ты себе решила? Я вообще не знаю, что выбрать, честно. А я не буду повязку брать, я буду без повязки. Вот, все, я готов. Ты готова? Ай! Может, не надо? Все, ты готова нажать завершить? Нет, я не готова. Ну блин, давай быстрее. Не надо мучить народ. Аури специально. Смотри, я без тебя нажму кнопку. Ты... Ну блин. Ну мне что-то не нравится. Да ты сильно не заморачивайся, все равно будешь в броне бегать. Да ладно, пофигу. Ты так заморачиваешься, ладно. Все равно в броне будешь бегать. Все равно ты в лицо смотреть не будешь. Какая разница? Нажимай завершить. У меня такой никнейм свободен, я его взял. Все? И я тоже все. Ну все, нажимай, выбирай этого персонажа, нажимай вход в игровой мир. Все, я уже жмакнул кнопку, у меня уже грузится. Грузится экран. По самой не балуйся. Ты вспомни, когда мы бегаем, во-первых, там всякая броня, как мишура висит. Вот, а во-вторых, все равно не видно. Ты же когда бьешь в лицо, ну, ты не же понимаешь, что я. И чтобы я не выбрала внешность. Ты че? Во всех играх. Если чё, которые мы с тобой играли. Насчет прически можешь не переживать. Ее можно поправить это у парикмахера. В Штромгарде. Я не насчет прически переживаю. Мне просто не очень нравятся все цвета, которые там представлены. Что поделать, их мало. Смотри, мультик показывает. Да. Давай досмотрим его. Иллидари. Он, видишь, это этот. Иллидан. Я с рогами, я без рогов с тобой.
Когда сотни миров пали под натиском Легиона, вы откликнулись на зов. Но эти смертные в своем невежестве отвергли единственный шанс на спасение. Время на исходе. Я разделаюсь с этим сбродом. А вы отправитесь в Мордум и завладеете Саргеритовым ключом. Все, просто закрывай, да, эту штучку? Что закрывает? Но помните... Что, мультик уже кончился? Да. Означает. Он пишет, что нового? Всего сущего. Что быстро у тебя? Ну все, закрывай, что нового. У меня-то еще не кончился. Сколотый остров. Не знаю, ты рядом стоишь. Да, вижу. Кстати, я, блин, тоже сначала сделала так же, как и ты, потом что-то взяла, тиханула и передумала. Чего? Угу. Ты рога все-таки сделал себе. Ясно. Так, ну ладно, дайте в друзья хоть добавлю, чё. Добавлю в друзья и в группу. Погнали кач-кач-кач делать. Я тебе не нравлюсь? Нормальная предъява. Давай я себя помечу, то ты меня здесь не увидишь среди демонов. Я здесь квадратиком 7 себя обозначу. Знаешь почему? Здесь дохера зеленого цвета и темного. Так, смотри. Нажимаешь на П. Нажала? Да. Вот, сейчас мы находимся в режиме истребления, то есть в режиме бойца. Можешь в нем остаться, если хочешь. Ты как ДД, тебе надо остаться в нем. Я хочу в танке бегать. Поэтому давай я тебе помогу, что тебе нужно выставить на панельку, как и кнопки прожимать, в каком порядке. Окей? Давай. Для начала надо вытащить панельку, нажми интерфейс. Автоматический сбор себе сделай, потом панели команд, поставь себе нижнюю и правую панель. Давай, ты же не первый раз уже. Ну что ты так все быстро? Ну шо? Я в первый раз. Подожди. Интерфейс, я нашла кнопку интерфейс. Автоматический сбор, да, все окей. Что еще? Уже хорошо. Так. Ну все. Интерфейс. Автоматический сбор нажала в управлении. Галочку поставила? Да. Теперь слева, смотри, написано панели команд. Что такое? 5? Панели команд. Видишь? Конечно, вижу. Вот проставляешь галочки. Нижняя левая, нижняя правая и правая панель. Потом окей. Нижняя левая, потом нижняя правая и... Правая, правая, просто правая. Просто правая. И правая, понял. Все. Нажимаешь ОК. ОК. Теперь нажимаешь П. Английскую. Английскую. Окей, я поняла. Так, смотри. И смотришь на бросок боевого клинка. Видишь навык? Да. Ставь его себе, короче, на пятерку. Поставила. Так, затуманивание. Ставь его на верхнюю панель. Чуть выше двойки, например. Поняла я. Так, коварное отступление ставь на верхнюю панель справа от затуманивания. Еще на верхнюю панель, да? На верхнюю панель справа от затуманивания. Угу. Кольцо хаоса ставь на четверку. Кольцо? Хаоса, да. Это где такое нашел? Дальше на. А, все. На что там ее ставить? На четверку. На четверку? Я иду по порядку, да. Там трудно ошибиться. Хорошо, хорошо. Так, метаморфоза ставишь себе на равно. Вниз, там вот, где слева навык, там на минус, равно на нижней панели. Все, поняла, да. Планирование никуда не ставь. Его можно активировать путем нажатия пробела. Так, пленение. Ставь справа от этого коварное отступление на верхнюю панель. Хорошо. Так, поглощение магии то аналогично. Верхняя панель справа. Хорошо, есть. А, пронзающий взгляд. Ставь себе на тройку. Ага. Так, смотри. У тебя сейчас рывок скверны, по-моему, на единичку, если не ошибаюсь, стоит на единичку. Такие ботинки. Да. А, вот, ботинки поставь тоже куда-нибудь на верхнюю
на любое место в верхней панели, на любое, свободное, какое тебе нравится. Просто пока туда поставь. Вот. Поставила? Да. Смотри, танец клинков поставь на двойку. У тебя, кстати, когда ты на тройку ставила, там был навык удар хаоса. Он у тебя сместился, ты от него отказалась, да? Удар хаоса... У меня сейчас на тройке... Пронзающий взгляд должен быть. Призрачный... Пронзающий. Да, но там был этот удар хаоса. Ты его выкинул или как-то переместила? Ой, у меня его нет. Он, видимо, какой-то... Ну, я, видимо, удалила его. Ну, ладно, страшно. Теперь на вторую страницу перелистывай. Вот удар хаоса. Вот удар хаоса ставь на единичку. Ага. Теперь смотри, укус демона. Укус демона, да? Ставь это, получается, смотри, на пятерку, а скилл с пятого на шестерку перекинь. Окей. Ну и как бы, собственно, все. Это твои атакующие навыки. Шестерка. А, эти последние не нужна? Последние там пассивные. Хорошо. Она нет, не нужна. Так. Так, таланты. Они на 99-м открываются на следующем уровне. Там чуть позже разберемся. Окей. Это тебе как ДДшки. Сейчас я рассказал, что кого сделать. Сейчас я себе в танка спекнусь. Я буду танком бегать. Запомни, там по квестам будет. Надо выбрать тебе специализацию истребления обязательно. Это очень важно. Очень приушень. Ну, если что, подскажешь мне. Так, у меня тут у танка почти половина уже наставлена. Я сейчас только чуть-чуть их поменяю. Буквально вообще децл. Но мне, в принципе, нравится, как они стоят. Прям идеально выставлено. Прям с такое ощущение, что он читает мои мысли. Потому что я реально так, в принципе, и хотел. Так, скипание. Вообще тут никого нет. Даже никого попробовать ударить не могу. Сейчас ударишь, погоди, пойдем за мной. Вон к тому дядьке пошли квесты брать. Потихоньку. Так, только, наверное, их сейчас так местами поменяю, чтобы не запутаться, на что у меня хил, на что атака. Так. Мы говори с ним, перетри пару вопросов, он тебе даст квестик. Нужно найти ключ. Все взяла? Он позволит нам попасть... Так, один квест, да? Да, всего один, да. Все, пошли за ними. Даже сюда. Варгус. Короче, смотри, в чем прикол. Два раза, если на пробел нажать, и потом третий раз, то можно парить. Клево? Попробуй. Два раза, да, и потом третий, можно парить. Ух. Нравится? Да, получается... но что-то как-то, я думала, долго. Но он чуть-чуть парит. Так, вот смотри, тот навык, который мы с тобой юзали. Фигачих, что есть дури. Я не могу. Почему подойди, я не поближе, могу? Потому что ты далеко стоишь. А я не слышу звук игры. Не знаю, значит, не сработало. Может, ты убавил очень сильно. Ой, теперь слышу. Был какой-то глюк. Не волнуйся, нас тут никто не положит. Тем более, если я в танке, тебя никто не обидит. Ну, это новый персонаж, я сейчас пока привыкну к нему, а то я сейчас как опять да. буду ты играть. Ты это как... пока за мной бегай, я сейчас их наагрю, мы их с тобой пачкой убьем. Так, я думаю, пока хватит еще вот этих типов возьмем. Нужно подойти поближе. Моя очередь охотиться. Их очередь охотиться. Представляешь, они хотят охотиться. Поохотимся на них. Научим, как надо охотиться. Конечно. Готово. Лежат красавчики. Тихо, мирно, смирно. Так, смотрю, там какие бяки. Пойдем их научим родину любить. Она какая пачка. Смотри. Тякс. Я еще хотел демона, а вот она подошла на лес. Отлично. Отличненько. Все вырегут. Сейчас мы их положим. Да? Да. Текс. Не могу достать. Сколько нам еще? Нам осталось с тобой еще троих завалить. Пойдем вот тех на верхушках, которые ей тусуют. Завалим. Сейчас я их приманю.
Моя очередь охотиться. Не все хотят охотиться. Представляешь? Как так? Как быть с ними? Они все желают охотиться. Кто это? Здорово, мужик. Какой-то мужик. Что у меня не получается? Не перезевай. Ты просто волнуешься, потому что для тебя новый персонаж. Так, нам нужно вон к той штучке пойти. Ну, ты ему понятному щитку. Баннер. Я бы назвал его баннер. Хотя это, наверное, скорее будет боевой стяг, чем баннер. Не могу достать. Да? Пойдем. Вот сюда вот. Там вот этих бягбук надо обидеть. Пару раз. И все. Им понравится. Вот увидишь. Ну, им тут понравится, понятно, но я не знаю, мне кажется, я что-то не так делаю. Да просто жми там все кнопки, какие активируются, там очень просто. Да я так и делаю. Вот так и надо, просто жми на все, что откатилось. Нажми на него, не знаю, я нажал, сейчас мне мультик показывает. Нажала? Ага, да-да. Там. Найдите ключ. Сейчас мы тут побегаем с тобой прилично, но вдвоем-то быстрее пойдет дело. Если, конечно, мы не встретим других игроков, потому что если другие игроки попадутся, нам придется мобов делить. Некоторые мобы только в некоторых экземплярах существуют, причем очень мало в количестве. Поговори с ним, он даст тебе вещь, потом возьмешь у него квест. Один штука. Чтобы призвать наши войска. А ты мне дал квест, нет? А, вот это. Потом открой эту сумку и возьми там кожаные новые, короче, ботфорты дали. Такие синенькие или дари. Нажми на них, и они они это исчезнут, появятся на их месте зеленые. Активируй все три. Подожди, нам уже дали, да? Тебе ботинки только что дали, да. Одень ботинки. Угу. Одела? Вроде все, да. Все, теперь за мной. Здесь, короче, есть дополнительный квест, нужно напасть на силы легиона в низине. Эти ребята багованные, лежат, их невозможно убить, они багованные, видишь, валяются. Сейчас мы, короче, подойдем с тобой к той штуке, там мы призовем на помощь крою каких парнишей классных. Они, кстати, нам дадут ништяк один. Когда активируешь его, не торопись, ладно, не уходить. А что активировать? Да, стяг вот этот боевой. Я не знаю, у тебя, наверное, уже должен был активироваться, поскольку я открыл. Вот эту штучку возьми. Услугам. Вот этого типа. Правой кнопкой подойди и по нему правой. Мы поможем тебе занять. Примидар. На вулкане. У тебя будет новый такой питомец. Маунт. Клево. Ой. Да, это новое. Это такой не стесняешься. Кстати, его можно вынести себе на панельку. Нажми на морду лошади, потом вкладка внизу транспорт, и вот этот саблезуб скверны можно вынести себе на панель. Чтобы потом можно было призывать его и кататься. Давай сделай, Баринка, я тебя подожду. Подожди, что там, транспорт? Да. Или... И вот этот получается. Ага. Саблезуб скверны, вынеси себе на панель на верхнюю, на свободное место, где тебе будет удобно его призывать. Все, вы поставила? Да. Все отлично, теперь ты всегда можешь его призвать, погнали. А он нам здесь с тобой, кстати, понадобится очень часто. Поверь мне, очень-очень часто. Так, сейчас нам надо вниз вот такие штучки, вот камушки активировать. А это для того, чтобы выполнить дополнительную задачу атака на Мордум. Только чтобы ее активировать, нужно слезть с коняшки. С коняшки-мириняшки. Видишь, 5% дали. Тебе тоже дали? Все вокруг себя. Нет, у меня 0%. 0%, да, в полоске. Ну ладно. Тогда вот этот активируй ты. А я... Теперь ты... уже встала опять. То есть для тебя он отдельно существовал? Заражают скверной. Ну все да. Себя. Ну ладно, иди сюда вот. Я тебя здесь жду. Заодно сейчас здесь ребят насобираю. Все вокруг себя. Беги вниз сюда, да. Активируй его где-то там. Где ты меня ждешь? Ну блин, вниз иди. Ты, я же специально для тебя квадратик нарисовал. Не ругайся. Потому что меня бьют, мне очень больно. Ну, я первый раз тут, я офигеваю от происходящего, для меня это все очень страшно. Ты пока эту штучку активируй. Сейчас вот смотри, за то, что мы ребят убили, тоже там проценты, да. У меня вот уже 20%, у тебя 20%? У меня тоже. Все, отлично, тогда пошли сюда, вот смотри, здесь надо с пациком перетереть пару вопросов. Подойди, сдай ему квест, он даст два новых. Он забагован, поэтому чуть-чуть это, ну, через
через запинку. Потом еще один рядом, чувак, два квеста. Как только три квеста возьмешь, скажешь, хорошо? Хорошо. Вот, а потом пройди сюда внутрь, здесь есть сокровище. Не знаю, для тебя оно будет доступно, нет? Или оно для каждого свое? Как только разберусь с этим демоном. Кто его знает? Все, вроде со всеми. Все, ну все, пошли. Не знаю. Пойдем. А подожди, а где сокровище? Вот здесь сундук стоит. Стоит? Вот здесь. Да. Все, активирую его. Все, пойдем. Все? Все, кроме него ничего не надо. Нет, все, у него кроме него больше ничего не надо, там больше ничего не ценного. Выходим наружу и призываем маунтов. Погнали вниз. Нам сейчас предстоит с тобой тут добрая кучка квестов. Я бы даже сказал, не только кучка, прям кучище. Че, давай его загасим, Бэйк. Он скучает. Нифига ты его лупишь, слушай, ты классно наносишь урон, молодец. Я ж как танк чуть меньше наношу урон. Да, мне кажется, я вообще не бью. Нет, ну тебе кажется, со временем привыкнешь, когда навыки прожимать. У тебя, кстати, тоже есть навык, который тебя лечит во время боя. Это круто. А, тебе только надо будет это запомнить, какой он и когда его, ну, юзать. Как, какие моменты, тогда, в принципе, ты будешь сама себя подхиливать. Нажимаю на все подряд, может, найду. Да, в принципе, так оно и так оно и работает. Так, ты ключ взяла с трупа ключ? Не могу. Нет. Там, ну, не знаю, там вот трупак его шмонай, ты всегда шмонай всех. Забывай всех. Да я всегда всех шмонаю. А потом иди сюда, я ребят тут агрю, чтобы не было скучно. Нам нужно вот ту бабу из клетки будет спасти. Который кричит, что он не сдастся. Мы же ей не верим. Как-то же один раз она сдалась, ее в клетку засунули. Правильно? Всё, попробуй открыть, отпереть. Да. Там ручонкой раз, там и все. Да все сделаю. Отлично. Угу. Давай ко мне сюда. Можно на коняшку, можно нет. Не обязательно. Не надо на коняшку. Пошли так. Знаешь почему? Потому что нам нужно вот этих ребят нужно набить. Как вы посмели напасть? Слишком далеко. Как ты посмел напасть? Действительно. Бессовестный. Попал на мордум. Иногда, когда они кричат мордум, не слышится мордва. Как республика, знаешь, мордва. Эти устройства заражают скверны. Хотя нет, секунду, что-то я на секунду себе поймал, точно ли это республика. Ну, по-моему, ну, я знаю, что есть такая национальность, как мордва. Ну, не важно. Ну ладно, там, кстати, игрок только что орды пробежал. Смотри, там вот есть эта хрень какая, давай ее активируем. Себя. Чувак, видимо, не в курсе, что он нас здесь напасть не может, потому что мы не в ПВП активно бегаем. И вообще, на что он надеется? Один против двоих. Так что вы просто вот эту штучку активировать, вот эту хрень и бабу вот эту спасти. Или мужика. Это мужик, по-моему. Я убью всех демонов на своем пути. Охотники на демонов открывают продажа душа. Это... Все, пойдем. Так, что нам нужно? Нам нужно, смотри, вот эту штучку активировать. Сначала здесь в жертву принести вот этого типа. Поторопись, у тебя мало времени. Говоришь с ним, говоришь спасибо за твою жертву, бла-бла-бла, потом рубаешь ему по горлу, он умирает, и все круто. Сделаю? Он не хочет со мной разговаривать. Не, там, который по центру был, тебя, наверное, может уже зачли, поскольку я его убил. Ладно. А, все, вот я вижу, ты сделала. Увидимся у последних врат. Так, вот и врата тебя зачли, что я их открыл. Не знаю, давай. Ну, в прошлый раз, в принципе, тебе зачли, значит, и сейчас должны. Ну, ладно, пойдем вот этих местных попинаем, а то нам другой игрок составляет конкуренцию. 50%, да, у тебя? У меня 65. А ты алтарь там активировал, он тот? Атака на мордум устройство. Наверное, нет. Какой алтарь? Мы уже не уже прошли, там еще игрок был другой. И ты там этого чувака спасала.
Айда вот сюда. Так я, Мася, надо меня ждать. Ну так ты за мной бегай. Я с тобой стою, ты раз отвернулась, пошла куда-то. Я не отвернулась, потому что ты бежишь, потому что ты все знаешь. Да я не знаю, просто я говорю, что ты от меня не отбегай, ты раз убежала. Стоишь со мной, потом убегаешь. Не надо убегать. Иди сюда, вот он я. Все, и вот бегай за мной. Я себя специально этот нацепил. Да я знаю, но это потому, что быстрее всего выполняешь просто. Вот смотри, наверху там есть этот кристальчик. Его можно активировать. Эти устройства. А вот смотри, внизу дядька стоит, давай его пнем. Вокруг себя. Прежде его надо пнуть. Не нервничай. Да что мне нервничать, Майк? Ты, блин, со мной играешь, если ты меня пытаешься как-то, грубо говоря, обучить игре, то нафига убегай? Я тебя не убегаю, просто ты в эти моменты не осматриваешь, где я нахожусь. Потому что ты меня не ждешь. Ну как я тебя не жду? Я стою, смотрю, ты начал движение, я побежал. Если я пошевелилась, это не значит, что и все. Ладно, давай пока этого чувака спасем. Все будет хорошо, не нервничай. Сейчас привыкнешь, все будет хорошо, вот увидишь. Так. Кстати, видел, какие у нас сумки козырные? 20 ячеек. Клево, да? Нет, не видела. Че, пойдем отсюда? Так. Какое-то существо непонятное, душесос. Так. Вон демоны отспаунились, пойдем их накажем. Смотри, вот здесь. Я их пока соберу. Еще он того нижнего сейчас притащим, как раз там с типом каким-то. Нужно подойти. Нам кстати нужен. Ладно, давай их вот здесь вынесем. Работаем. Работаем. Они что-то бубнят так вместе совместно, что я ничего не понимаю, чего они бубнят. Ты тоже? Я вообще их не слышу толком. Да они что-то там бубнят, я их вообще не могу разобрать, чего они говорят. Слабее еще немного. Еще немного. Поддался энергии скверны. Так, окей, пойдем от него. Он нам больше не нужен. Пойдем эти к этому алтарю, ты думаешь, это, если ты его активируешь, у тебя побольше вырастет эти штучки. Наполненность. Так, я смотрю, тут тип у тебя уже создан. Так, вот здесь вот смотри, видишь, вот здесь вот это алтарь посредине. Попробуй его активировать, пока я бью. Да, вот сейчас у тебя должно было прибавиться. Прибавилось? Сколько? 84. О, круто. Дядьку спаси пока я бью клетки, которые. Я пока их побью, ты спаси дядьку. 86. Молодец. У тебя тоже? У меня 94. Ну вот видишь, ты все равно крут. Да чё круто, господи, пойдем дальше, сейчас набьем. Не переживай, тут осталось-то Децл. Вот сейчас вот этих ребят заберем. Я порублю тебя на куски! Вот, и все, смотри, как набьем Децл. Не переживай, ты больше волнуешься, все будет хорошо. Вот увидишь. Не, извольте волноваться. Или как там было? Спокойствие, только спокойствие, помнишь? Нужно подойти, помнишь? Ой. У меня лево ляпнулось. Это не я. Это я. Ну ладно, я потом тебе объясню, какие таланты тебе взять. Ой. По принципу такой. Ага. Сись. Я лево ляпнулся. Ага. Я, ну что ты сразу? Поиздевался. Нет. Неправда. Так. Сейчас я потом тебе скажу, какие тебе надо эти навыки изучить. А знаешь, почему я лапнулся? Потому что я вот этих ребят набил, ну, выполнил условия, там просто львиную долю опыта дали. Вот почему. Нам этого инквизитора надо с тобой убить. Давай, ты у меня ДД. Накажи его. Вот да. Этого несчастного. Он будет периодически исчезать, поэтому надо очень быстро бить. Я бью медленно, сколько я там. Там сейчас призывать всех помощников будет, поэтому убью его как что не есть. Изо всех сил. Вот смотри, он сейчас вот типа это неуязвим, надо дождаться, потом опять лупить. Он бегает. Другой игрок прибежал.
Так, мне зачлюпись. С него надо какую-то хрень взять. Тебе зачли его, инквизитора? О, я уже ничего не знаю, что мне там должны зачлить. Смотри по квесту. У чуваку всяко не зачли, он, видишь, сел ждет. У тебя здесь инквизитор. У тебя инквизитор. Ноль. Ноль из одного? Да. Блин, значит тебе придется тоже убивать, черт. Начни его бить, чтобы тебя зачли. Тебе нужно будет его убить. Так, начал убить? Я боюсь влезть, потому что вдруг опять его заберу себе. Хорошо, он хотя бы быстро спавнится. Тут еще один чувак. Да, я знаю, давно уже здесь. Он тоже, блин, может отобрать у меня его. Ну, по идее, он вроде как сейчас набрен, для нас не серый. Единственное только то, что надо, чтобы ты его добивал. Я не буду его бить, бей ты. Я отойду. А тут чувак, я знаю, и он не заберет, не переживай. Бей ты. Тебе нужно его добить, тогда тебе его зачтут. Что я так слабо бью? Потому что ты одна его бьешь, поэтому. Все, зачли? Да. Все, отходи, пусть он побьет. Давай он тех добьем, чтобы тебе это квест дать. На этих, на... Не где? Могу достать. На атаку. У меня проценты эти пропали. А, значит ты выполнила. А, ты уже давно левелапнулась. Я не заметила, как левелапнулась. Представляешь? Вот так вот. Даже маленько не заметил. Так, отлично. Сейчас сделаем следующее. На коняшку. И пошли сдавать. Там сейчас пачку сразу дадим. Страшные вещи ты говоришь. Видишь меня? Все, так по прямой. А по этой фигне можно ходить зеленый? Да, можно. Я ее прыгивала, боялась наступить. Не надо бояться. На так, сейчас здесь по прямой. Вон туда. Ай, он меня задел. Игнори его, просто беги. Садись на этого, я подожду тебя. Хотя ты бегом тоже быстро бежишь. По прямой, ай. По прямой вот так. Здесь бежим по прямой. Как вы посмели напасть на Мордом? На Мордом? Морду, морду. Так постоянно повторяют. Сейчас будет вообще весело. У меня так интересно, то есть звук у игры, то нету. У меня только что я услышала первый раз хотя бы, как они это говорят. А то ты что-то говоришь, что они там болтают, а я не слышу. Да, они болтают, матерятся. Поговори с ним, на нас бяки летят. Ты говори с ним, я пока их на себя возьму. Потом это сам сдам. Перетри с ним. Я прикрою. Да я бью. Не надо, они будут постоянно лететь, это бессмысленно, они постоянно будут лететь. Они как бы постоянно здесь. Они тут баг идет, и они постоянно начинают лететь. Как только одного убиваешь, тьма летит. Потом еще одного убиваешь, на смену еще прилетает. И так зациклено. Пока с ним просто поговори, возьми у него квесты, все понемножечку, по чуть-чуть, а я это потом уже тоже возьму. Видишь, новые летят, как только этих перебили. Так, все три квеста ты сдала ему? Да, он хочет, не знаю, с ним надо разговаривать? Да, нет, с ним надо разговаривать, с ним надо взять один квест, одну штуку. Да. Все, взяла, да? Типа знакомство. Да, знакомство с королевой, да, все. Все, валим отсюда. Это бессмысленно их бить, нет смысла.
Куда а теперь валим? Это, погоди, чтобы знакомство выполнить. Там, видишь, около этого типа есть такая чаша металлическая. Наведи на нее, и там появится из рисунок руки, нажми правую кнопку. Там покажет тебе мультик. Блин, я тут в таком месте ведь даже не разберусь, где это. Ну, да, я вот сейчас случайно просто задел, я хотел маленько отойти их отвезти, но я успел нажать. Я лично убью их командира. Тут типа как бы королева стаи тирана базарит тут со своими приспешниками о том, что надо там нам напинать. Подожди, вот эта чаша находится около... Чаша прям под рядом... ними, вот здесь вот, в этой куче. Блин, мяса. Он меня сейчас убивает. Я их сейчас заберу, а то я отвел их, давай. Нажимай чашу. Все, мультик пошел. Да. Потом, когда мультик досмотришь, с ним надо опять перетереть и сдать ему квест, и он даст тебе два квеста. Запомнила? Ляша защищает шпили страданий. Странно. А мультик не пропустить нельзя? Можно, по-моему, если не ошибаюсь, на Escape нажать. Тебе. Встретимся на вулкане. А что ты меня не ждал? Да ничего страшного. Все, можешь давать ему там новая пачка летит демона. Ляша защищает. Да, все я. Все, я взяла, да? Все, пошли, игнорим их. Ну их нафиг, удачи, они долго будут биться. Встретимся на вулкане. Не будет очень долго. Все, коняшку можешь взять. Так, угу. Здесь по прямой. А, нам нужно. Игноришь все, полностью все игноришь, ничего не делаешь здесь, просто бежишь. Не надо ничего делать. Вот эти штучки, которые выделяются, не надо их не бить, ничего такое, просто игноришь. Нужно. Кстати, он нам дал вещь, кожанку новую, нагрудный доспех, надо одеть. Ну давай потом оденем, сейчас добьем и оденем, окей? Я что-то не заметил, как-то провтыкал этот момент. Мы кожу носим, да? Да, мы кожу носим. Сейчас вот сюда подбегай, я с тебя мобов сниму, которые за тобой прибудут. Одевай пока кожу, но ну, видишь, она такая синяя будет, синие рамки, одежда синего цвета. И сама как бы иконка синяя будет, означает качество одежды синяя. Она еще называется нагрудный доспех прерывателя страданий синим цветом. Все, нажала? Угу, да, вроде. Все, отлично, пойдем босса бить. Фишка в том, что его нужно, короче, просто кокнуть. Все. Ни много, ни мало. Просто убить. Выведи из строя их стабилизатор. Тут идет тематика того, что нужно стабилизаторы вот эти гухнуть. Но, как, если честно, можно просто его убить и не париться. Не обязательно стабилизаторы выводить. Можно просто убить. Фига он тебя забился. Так, все, пойдем. Сделала? Так, можно, короче, на коняшках, можно пешком, но лучше на коняшках, так быстрее. Это, конечно, гончая скверна скорее, чем коняшка, но хоть написано саблезуб, но больше на гончую похоже. Но я буду называть ее коняшку. Это просто коняшка, да? Я бы его назвала лучше бы какой-нибудь кошкой или что-нибудь такое. Кошкой. Ну, в принципе, саблезуб это и есть кошка. Тут нужно вот этого мужиком перетереть вопросы и принести. Смотри, нажимай, говоришь с ним о том, что я хочу, чтобы ты принес себя в жертву, активировал врата. Ага. Потом. Ой, слушай, походу я себя принес в жертву. Круто. А ты первый или второй вариант выбрала? Я выбрал первый. Не, он мне предлагает два варианта, типа, это окончательное решение, либо погоди немного. А, да выбирай же любое. Если умрешь, то можно прямо здесь же подняться, ничего страшного. Блин, а что дальше? Просто вариант, если ты выбираешь, чтобы он умер, ну как бы он, да, себя принес в жертву, то он умирает. Можно себя принести в жертву. Я, если честно, первые разы всегда их в жертву приносил. Видишь, бабы пришли. Смотри, сколько баб.
Видишь их или нет? О, сколько у них рук? Три пары рук. Что происходит? У меня компьютер сейчас вырубится. Небольшой отряд проник в черный храм. А, зарядочки стоит. Да, и забыла. Секундочку, извиняюсь. Ничего страшного бывает. Теперь нам пора. Идем вот. Это все норм. Все, пойдем. Я... А ты где? Я тебя не вижу. Я здесь. Вот и я. Угу. Все, погнали. У тебя все квесты под в заданиях вопросиками, что можно задавать? Нет, у меня один вопросик, это который... Этот... Пока нас не вытеснили. А вот где сбор, он у меня восклицательно стоит. Значит, тебе надо перетереть с ним. Погоди, не уходи. А, точно, иди активируй врата себе. Вон там, флагшток активируй. Вот здесь, да. Тебе нужно его активировать. Сейчас они опять должны... Всё, теперь два вопроса. Всё, да, все, погнали. Да. Все. Теперь все. Путь будет не близкий. Спрыгай на коняку. Погнали. За кошку. Как хочешь. Но я буду на коняке. Коняк и мириняк. Понимаешь? А еще у меня есть такая хрень. Я когда эти мага бегал, вот. Купил такую хрень. Я на тебя обиделась. За что? За то, что ты взял его себе, а не дал мне в качестве подарка. В смысле взял его себе, а не дал в качестве подарка? Потом я тебе покажу, где их можно купить, и разного цвета. Чего ты волнуешься? Ну купить это неинтересно. Так, 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 что опять за заявка на монетизацию? Что ты заматерился? Я ничего не заматерился, просто кто-то что-то хочет монетизировать. Что-то такое такое. Хватит материться. Так, губитель рока. Игнори их просто, проходи мимо. Здесь. Тебе удалось прорваться. Тебе удалось прорваться. Еще бы нам не удалось. Но... Тип-тип. Пусть давай это, чтобы у нас серия не получалась прям по супер-пупер часам. Давай здесь мы прервемся. Погоди, не сдавай пока. А в следующей серии продолжим дальше, окей? Ну, чтобы у нас более-менее сильно были громоздкие. А тут по часу смотреть это тяжко, я прекрасно понимаю, каково это. Поэтому давай хотя бы хоть чуть-чуть меньше часа. Что ж, дорогие друзья, у нас на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока. Пока.